Всем привет! Это Баум по улице Селезнева Краснодара. То есть другой. Я вот увидела, что есть у нас еще другой Баум. Решила заехать посмотреть. И вот первая красотка. Тут какое-то освещение. Лампа. Вот такая мультифлорка. Еще есть точки роста. Попробую без вспышки. Что-то как-то отсвечивает здесь. Нет, совсем темно. Тут ничего. Вот котик здесь. Котик дешевле. Поставите. Ой, даже крашеные. Еще один. Айс-каскад миники стоят. Сейчас посмотрю. 990 рублей. Пульсация одна. Ну вот фаленопсисы все примерно. Покажу оценочку. Видно, да? Это у центра. Это, наверное, свекольная какая была. Немножко выгорела. В принципе, росточков нет, ничего нет. Немножко шатается, но держится. Мельтония по 240. Такой дендрофаленопсис. Я с таким трудом сюда доехала. Были надежды у меня большие на этот банк. Какая-то ретро-рыба. Не знаю. Это же она и есть, наверное, темная. Вон цветочки засохшие. Где она такая? Ну и все.
Единственный биглип похож на него. Ну, нет. Я думала, хоть биглип может тут какой-нибудь на распродаже был. Вчера в нашем были большие скидки. Надо было ехать сразу туда. Ну, вся красота присутствует, конечно. Цикламены. Булочки мини. Вот мимоза, здесь она еще дороже, хотя она отцвела. Смотрите. Там по 600 было цветущая. А, это грунт, я не потеряла глаза. А, сколько она бедная. Вот. Вот у касс на выходе еще стоят орхидейки. Слушайте, там женщина за мной стояла, она ходила за мной по пятам и оглядывалась на каждое мое слово. Поэтому я там старалась поменьше говорить. Ой, боже. Вот очень, смотрите, какая. Наверное, специально шумы создают, чтобы мы тут не очень разгуливались. Вон какая красота. Вот это на мэджикарп похоже, но она какая-то мелкая. Прям совсем маленькие, сантиметра 4, наверное, цветочки. Вот обошла я кассы, поснимала орхидейки. Ну вот. Цена за них. Как вы понимаете, не впечатляет. Вот это намного темнее. Прям вишня со свеклой. Нет, свекла вот такая вареная. Но она стоит под лампами, поэтому кажется светлее. Ну да, вот из-за 5 минут съемок я тут проделала полдня такой трудный тур. Обидно мне бросать все и уходить. Ну. О, вот еще красивая какая. Вот смотрите, это темно-сиреневая, а это темно-вишневая. Там рядом. Вот контраст, очень красивая. Ну вот, наверное, все, что я сниму в этом бау. Да, вот колбы хорошенькие. У меня есть такие две. Их удобно цветы подставлять даже сверху. Поднимает вот окошко. Все, спасибо, кто посмотрел. Пока-пока.